Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители и все гости. Мы начинаем праздник посвящения первоклассникам. 15-летний юбилей в этом году отмечает коллектив 9-й Видновской школы. И все эти годы здесь существует замечательная традиция – праздник посвящения в первоклассники. С 2008 года наш замдиректор по воспитательной работе с классными руководителями, а тогда всего было два первых класса, придумали такой праздник, что немножко ребятки обживутся в школе в течение месяца, а потом уже в октябре такой вот именно отдельный праздник только для них. Ведь все-таки 1 сентября – праздник для всех. Более 5000 мальчишек и девчонок в Ленинском городском округе впервые сели за парты 1 сентября 2023 года. Из них 149 в 9-й Видновской школе. Месяц ребята, пришедшие из детских садов, адаптировались к новым правилам поведения, а их родители – к новой школьной жизни. Может быть, они сами еще и не понимают всей значимости этого праздника, но на фото, на видео для родителей это важно, потому что это некое посвящение, прощай детский сад, здравствуй школа, и все-таки это, наверное, тот шаг, прошел месяц, который они делают уже более осознанно, понимая, что все, школа наступила. Активное участие в подготовке посвящения приняли сами первоклассники, а совсем скоро и новый праздник – День учителя, где они также смогут проявить свои таланты. Мы в этом году делаем концерт силами ребят, силами педагогического коллектива. И планируем даже провести день самоуправления, когда наши ребята выступают в роли учителей. Им это очень нравится, дети их слушаются, старшеклассников. Вот таким образом мы планируем провести наш День учителя. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.